команде. И Кирилл Урсов, который очень неплохо провел матч последнего тура. Он, собственно, ну, в таком же составе играла команда из Санкт-Петербурга. Разве что Сергей Мелкозеров. Либера на площадке не был. Ну, наверное, может, в момент все-таки гостил в Санкт-Петербурге представитель нижней части турнирной таблицы, нефтяник из Оренбурга, главной целью которого из Суперлиги. И вот такой же признаки условного дерби такого, да, можно здесь говорить. Но дерби — это и матч все-таки команд из одного города. У нас так по поводу и без используют это понятие. Рассказать в первые два сезона по одной победе в регулярном чемпионате. Чемпионата в пятом туре у «Зенита» тогда не играл Грозер. Основной диагональный под Рябинкин вместо него был на площадке. Ну, это, может быть, потом Клюка лечился. Ну, и то, что еще интересно между этими клубами, да, уже так склад поменяет статус их противостояния. Ну, и классно Волков подает. Полетаев обман на удар, но ничего тут изобрести он не мог. А вот Жигалов на своей высоте. 7-6. Ну, вот так все быстро меняется. Я прислабился, да, но как-то позволил себе очень быстро преимущество большое растерять. Сегодня какой-то из сезонов даже вместе я просто не готов справлять. Помнишь, что на Лиге Наций, по-моему, когда вот Жигалов был? Такая фактура, что ли, волейбольная, одинаковая. Не самые такие, может быть... Да даже оба прекрасно используют высоту, оба... Вот последнее чемпионство... Белогория. Он очень-очень большую помощь. По-моему, там даже и в финальной серии оказала такая передача Бриджа. Были другие варианты, но вот здесь хорошо защищались. Ну, не знаю, мне показалось, Бог. Хороша и эта подача. Мелкозеров вот только в таком вратарском прыжке сохранил мяч в игре, как выяснилось, ровно на три коса. Так и мяч и попал. Но с какой силой мы видели. Очень хорошо, быстро разыграна комбинация. И из-под... Видно, хорошая работа на тренировках вот в таких эпизодах. Бризар показывает, что это связующе. Видели мы и передачу одной рукой, видели и... Надо потерпеть, значит, соперник показал, что он на это настроен. И вновь прикрыл в его силках. Ведь Полетаев не под себя. Ведь Волков постарается не потерять, так и есть. Тем более работает хорошо блок. Как вы понимаете. Дьячков. Вышел ровно для того, что сейчас нам продемонстрировал. Блестящая подача Поли. В самом-самом начале сезона, получив свой шанс, он им блестяще воспользовался. Тогда и основные игроки по разным причинам отсутствовали. Дьячков, Жуковский, Камеха. Он зачем появился? Но если исходить... И вновь доводит Камеха. Так, играющий в этой атаке игрока просматривается. Галов был своей левой рукой в четвертой зоне, и Болдырев вышел для съема. Все-таки доигровщику это удобно, плюс лишний принимающий. Сафонов и этот мяч отблокировал, подобрали зенитовцы, бьются отчаянно, но пока отбиваются. Козеров там даже на рикошет среагировал, достал мяч, ну, Камеха вряд ли там на выигрыш мог играть. Волков, ну, тут уже не отбиться, да, Факел. Ну и доволен, видно по лицу, доволен. Доволен, потому что никаких затруднений он не предвидел. Разве что вроде бы 2-2. Ну, согласитесь, по смягчениям, которые в статистику-то не попадают, Факел там изрядно соперника превзошел. Зенит, если где-то и смотрелся. Посильнее, наверное, тоже не скажешь. Но в целом привлекательнее. Это, наверное, игра в тех эпизодах, когда действительно уверен, что его партнеры готовы. Камеха. Тебя. Посмотрим, будет ли он больше перед Дьячковым вот в том самом эпизоде. А вот, кстати, есть теперь есть его Факела. Близко к идеальному. Две ошибки за сет. Это... Волков, какая защита классная от Бризара. Камеха рискнет, но без высоты и без какой-либо... И не забить. Отсюда кажется, что не все так страшно, но...
Волков. Он там в защите цепляет «Зенит». Понимает он, что... Здесь классная доводка, но Жигалов один в один с Урсовым. Другому бы с ним команда смотрелась, но все равно должны быть какие-то варианты. Классно. Накрутил Жигалов. Виктории при этом. Видите, ну по сути там что там, ну метр над сеткой, да? Классная подача. Ну тут, когда у него эйсов не было, теперь их у него уже... Да, но поражение это... Когда из-за болезни все доигровщики отсутствовали в команде. Тут очень трудно в такой ситуации бороться против кого-либо. В этом вроде бы пока Клюка отсутствовал. Урсов все-таки до этого уровня пойдем. То, что ему удалось в предыдущей партии. И как по заказу делает он это и сейчас. Ну, удивительно просто. Появился у факела до подачи. Второй диагональный. И тоже свое ведь дело, как хорошо. Тут даже не центральный, там Волков был, ну тем более. Тоже неплохо заставил Миколзерова побегать. Нет, не поднять этот. Его разрешено, да? Кого Дукову? Вот общую картину складывается. Все, что мы в первых двух партиях видим. Делись здесь ауту Камеха. Но считывать. У него всего одна атака была в предыдущей партии. Вот та самая, когда он от блока по линии выиграл мяч. Так что получается, вторая тоже была результативной. Третью подняли. Ой-ой-ой, там помешали друг другу. По сути, на фриболе, на простейшем мяче петербуржцы. Что Волков... Решение приходит моментальное исполнение на высоком уровне. Сменить картину. 30%. И так чувствуется, что поймал он в этом отношении ритм. Было касание блока. Богдан где-то прошивает насквозь. Где же там пропустить? Яковлев. Вроде и летит подача, но справляется. Вот, наверное, то, что сегодня факел отличает. На одной расстановке был «Зенита». Две подачи Дьячкова вспоминается. Наверное, еще там пару мячей выигрывалось. Так, чтобы сериями по 3-4 мяча. Этого нет. Хороша под... Вот то, что от него ждут. Спокойный. Будет сказать, что что-то не так делается. Соперник действительно хорош. Это близко к сетке. Но у Полетаева хватает там высоты прыжка, чтобы, по крайней мере, не проиграть. Этого мало. Этого мало Волков. Ну, тут понятно, что не связующе пасовал. Но, правда, Клюк и мог. Это тоже мы будем учитывать. Защищался там Камеха, вроде Волков и блок обыграл. Теперь же Жигалов блок обыгрывает. Так, здесь блок на Полетаеве. Хорош факел. Тут сколько угодно можно свои проблемы искать. Смотри, игра как читается. Волков. Так, подача-то у него летит. Там бывший одноклубник его и многолетний партнер Клюка с трудом принимает. Ну вот у «Зенита» фритбол, такие эпизоды надо тщательнее отрабатывать. И здесь смягчение, даже на одном блоке цепляют. А Богдан показывает, где соперник не классный волейбол складывается. Трудно что-то за «Зенит» придумать, вы знаете. Сказать, что вот есть игрок, который сейчас выйдет. И вновь хорош в приеме Егор. Тащится и этот мяч факелом. Но тут, конечно же, хорош. Быстрый был, чтобы такие ошибки допускать.
Ну, все разладилось у хозяев. И вот выручает только блок. Сниматься и атакой разбираться. Клюк это неплохо отпринимал, надо сказать. Много в него такой мощной подачи. Практически ничего не теряя. Здесь идеально для Ковалева и для того даже удобно. Камеха один мяч отыгрывает, наверное. Приходится. Тем более, что даже двух попыток не понадобилось Факелу, чтобы матчбол реализовать. 25-17 и 3-0.